куплено и установлено. Ну шо, ребят, погнали. Предыдущих эпизодах The Walking Dead. Сколько себя помню, Клем всегда была рядом. Она научила меня быть осторожнее. Тише, сильнее, да? Да. Не колебаться. Бивать тех, кто хочет нам навредить. Быть милосердным иногда. Я всегда слушался Клем. Всегда. Но теперь я больше думаю. Не знаю, всегда ли она бывает права. Она велела застрелить ее, если ее укусят. Мне кажется, это неправильно. Мы сделали много плохого, чтобы спасти наших друзей, чтобы защитить наш дом. Когда Клем велела мне застрелить Лили, я разозлился. Очень. Я уже не знаю, что чувствовать. Не знаю, знает ли сама Клем. Но я помню все правила. И первое правило. Мы не ходим поодиночке. А почему говорит он? И говорит так, как будто... мол... Вот Клем когда-то мне говорил, она была. Это какой-то намек на то, что она, видимо, все-таки помрет, да? Что, опять робот? Ребята, это будет фризить каждый раз после, типа, загрузки. Просто, типа, привыкайте, это было постоянно. Так, все ясно. Треуголик, спасибо тебе за 150 рублей. Без дик 100 рублей, я выключаю озвучку донатов. Но учитывая, как глючит The National Alerts, возможно, эта озвучка даже не отключится. Так, ну, вроде готово. Сделай группу огромче. Да она и так нормально, не буду я громче делать. Вам как бы меня надо слушать, а не игру в основном. Я же ее, ну, типа, я буду озвучивать субтитры. Разве четвертый эпизод последний? Да, пятого не будет. Вот, я сам не знаю почему, ну, опять же, скорее всего, потому что... Вот, обанкротились разработчики, и у них просто не было ни времени, ни денег, чтобы сделать пятый эпизод, и они как-то... Не знаю как, видимо, как попало, блядь, взяли, да... Обрезали все нахер, короче, весь сюжет, тупо всех поубивали, и... Ну и все, конец. Я сделал погромче. Ау. Какая красотка. Столько дырок в ней. А как же второй волк? Его не будет. Вот теперь громко, блядь. Сделай погромче, блядь. Сделай погромче нахер. В бан, блядь, вас надо всех советчиков сраных. Ну, ё-моё, она кепку уронила, бля! Интересно, я мог ее спасти, кепку? Спасибо за донат. Попозже их прочитаю, ребят. Так, а пацан? Сейчас тоже упадет. Эй, Джей! Доверься мне! На счет три отпусти, и я поймаю тебя. Каким образом? Я не обещаю ничего. Что? Стой! Она бредит! Ну да. Он еще так завис. В воздухе. Чувак, если бы это была реальная жизнь, ты бы уже бы купался внутри зомби. И что теперь? Нужно как-то спуститься. Этот корабль долго не поднимется на плаву.
Вот и сейчас спустимся. Вон там! Оттуда можно спуститься. И что, мы полетим туда, что ли? Так, нужно добраться, говорит. Ну, логично, да. Придется прыгать. Чувак, расслабься, это как в Марио. А, ну да, ты же родился в апокалипсис. О, Элви, хай. Ты же не знаешь, что такое Марио, пиздец. Вот ты ему хреново, да, ребят? В такое время родиться. У тебя получится. Просто беги и сразу прыгай. Представь, что там грибы. Я справлюсь. Я справлюсь. У него прическа, как у Варламова. Представь, что там велодорожки. И у тебя все получится. Получше. Бля, они пока подышат, пока пернут. Я не знаю. Зачем так медлить? Давай, Клем. Ну да, конечно, да. Там же вроде веревка должна уже была порваться. Да чё ж ты будешь делать-то? Я что-нибудь придумаю, а ты бегом. Бегом. Это как веном. Ну давай, прыгай. У-ху! А нельзя было сделать так сразу? Пацан бы, я думаю, дождался. А, ясно. Пацан дебил никуда не уходил. Я тебе что сказал, надо было уходить, дурачок. Откуда ты вообще вылетел? Каким образом? Ё-моё, этот экшен, походу, до конца эпизода будет. Чё встали? Надо таблетку засосать. А то я слишком переживаю за персонажей. У! А это кто? Вау! Как он меткий, ничего себе! А зачем он стреляет? Просто так, что ли? По приколу? У тебя стрелы бесконечные, мужик! Чё ты делаешь-то? Ебать, дебил. А куда нажимать-то надо было? Ты ж хотел экшен, получите, распишитесь. Охуенный экшен. Мужик прекрасно видел, что мы спрятались за ящиком, при этом идет, стреляет куда-то непонятно куда. Вот, а потом делает вид, как будто: о боже мой, они здесь! И убивает меня в лоб. Хотя я нажимал на кнопку. Бам. Бам. Ой, что-то лагает. На, сука. Они бы хоть для разнообразия кнопки меняли, а то только Q и Q. Что происходит? Ба! Были лаги, не были? Между загрузками лагает только и все. Ну чё, режим перейдем-то, алё. О, это Шептун. А, нет, это настоящий зомби.
Наска! А, это, у него же языка нет вроде. Ты зачем его обнимаешь? А где девка, кстати, я забыл уже. Он даже ничего ответить не может. Вот это, конечно, как стример по доте. Всегда молчит. А, блин, жалко его на самом деле. Неска. А, вот она живая, слава богу. Жопу подпалила? Тебе ее потушить? Я так боялась. Что тебя? Я тоже. Но все в порядке, мы в порядке. Почему у него нет языка? Ну ему отрезали язык. Блин, ладно, это, конечно, неприятно. После взрыва мы разделились. Шо? Ну что, побежали? Кто ему отрезал язык? Ну это баба, как ее звали, забыл уже. Как ее? Я не помню ее имя. Лили, да, мы же ее убили. Охренеть, сколько ходячих. Взрыв привлек их прямо к нам. Спокойно, мы знали, что так и будет. Главное убраться с пляжа. Путь к побегу? А это кто? Пацан просто от пули вернулся. Нормально он уворачивается. Еще так медленно. Ю. Да-да, я. Обидно, да? Да, это последний эпизод, четвертый. Да убейте кто-нибудь! Ой, бля! Вот это она дает. Какого хрена она делает? Ее же убьют! Да! Ее убьют! Наска. Придется прорваться прямо сейчас. Бегите к телеге. Уходите, я останусь. Я следом за тобой, как только будет возможность, прорвусь. А, ну давай. Бля, какой же тупизм. Как хорошо, что это говно закончится. Почему это происходит так неожиданно, а? AJ, go with him. No, I'm staying with you. Thanks, kiddo. Нормально. А, они при пацане поцеловались. Классно. Стреляйте по ходячим. Вау. Во, тир. Могу с закрытыми глазами. Ой, и правда получилось. Видали, как я, да? Пока! О, нихуя! Тупо откусили щеку. Шу! Бам! Ой. Да, сука. Да ё-моё. Она живая? В
Вот что, видимо, происходит в том кафе, помните, в Петербурге, где феминистки сидят. Когда туда приходят мужики. Со стадом сражаться невозможно. И что делать? Бегите! А ты тебе что делать будешь? Нормально. Экшен, да? Как будто в детском садике играю. А сейчас, детишки, просто бежи мимо этих зомби. И побежали. Мне приснился сон, где был Хесус. Он стоял на остановке, а я к нему подошла, и я не успел прочитать. Но я надеюсь, там был секс. А он что тут делает? В жопу себе нож засунул. Нужно уходить. С ножиком в жопе. Ну давай. Придется протиснуться. Нормально. А точно все влезут? Я видел его глаза. У них была жажда крови. У кого была жажда? Фу, блядь, дурак. Кого он видел? Какая жажда? Зачем начал говорить, если в итоге не рассказывает до конца? Меня бесят такие люди. Я таких встречал по жизни. Начинают, короче, потом такие: ой, да ладно, забей. Нахуй тогда начал-то рассказывать, дебил. Мне как-то темно. Мы не можем идти в темноте. Ну давай вернемся к зомби, чё? Разве тут темно? Я вроде все вижу. Он про убийство Лили. Фу, палка. Okay. Так. Огонь. А зомби-то тоже решили протиснуться. Так убейте одного зомби, он застрянет, и все, и другие не смогут пройти. Это проблема, что ли? А, зачем это делать? Я пойду лучше палку поищу. Палка, палка, так. Твою мать, дерево слишком сырое. Ну так, понятное дело, тут везде влага. А это что такое? А, самое время кристаллы собирать. Кристаллы? Блин, а? Хреново, что сейчас зомби-апокалипсис. Можно было бы разбогатеть, наверное. Ну и что дальше? Течение быстрое. Слишком темно, не разглядишь даже, сколько тут воды. Иди по бревну. Да я бы с радостью, но она не идет. Розевелди подарила подписку. Спасибо тебе большое за подарочную подписку. О. Шо? Так. Здорово, пацан. О. Еще одна, надо же. Это странная игрушка. Так, подожди, чё? Так, Эй-Джей. Не до тебя сейчас. О, зомби. Сухая, гореть будет. О, все так просто, блин. Даже зажигалка не нужна.
Там бревно было. Как она вообще пролезла? Бояться нечего. Оглянуться не успеем, как все проебем. Так. Да налево посмотри. Вот бревно. Обдрочится на зуб. Мемешка, спасибо тебе большое за подписку. Корягу? Это так называется? Мужики, а может быть поможете? Нормально. На, сука. Я порой не понимаю, эти зомби, они то сразу кусают, то стоят, думают. Кусать пацана или не кусать? Какой-то он, блядь, неаппетитный, наверное, да? О-о-о. Ща упадет. Да давай ты побыстрее, они же все пробежали. Ща, пацаны, я помедленнее. Я еще медленней. Медленно, медленно, медленно. Да ладно. Успела. Не торопись уже. Я надеюсь, они не будут весь эпизод в пещере ковыряться. Потому что мне бы хотелось, чтобы в этом эпизоде кое-кто другой тоже успел бы поковыряться в пещере. Вот это как-то... Ну, такое. Он дропнет игру. Не-не, я не дропну. Чтобы тут не было, я ее до конца пройду. Но эпизод. Тут на самом деле не так уж и долго играть. Блять, можно менее токсично? Ты долбоёб? Кто? Где? Я даже ничего плохого еще не сказал про игру. Сидят тут уже, пытаются в каждом моем слове выявить что-то плохое в сторону игры. Это вы, ребят, слышите то, что хотите слышать. А я даже ничего не говорил еще. Вот когда скажу, что говно, тогда да. Да чё они молчат и ходят туда-сюда? Поговорили бы хоть. О, минус маска. Да-да, я. Куда пойдем? Видишь свет в конце? Хоть одного прохода. Опа. Да что с тобой? Что с ним? Что происходит? Пути! Чё? Пойдешь за нами, вывихну тебе... Чё? Сломаю тебе ногу. А чё такое? А, ясно, понятно. Еще один психопат. Ай, молодца. Бля, вот тупой, а. Ты что, я думал ты... О! Я думал, хочет заюзать какой-то этот... Расинган. Этого ты хотела? Так, 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 засунь свое обвинение себе в жопу. Да пошел ты нахер, сука, надоел. Вот кто токсичный, так это он. Ты обещала, что не станешь ждать ему убийцей. И что, теперь меня убьешь из-за этого? Что? I like it?
Сурово. Чё он сказал, блядь? Чё ты сказал? А, мне понравилось её убивать. Я почувствовал себя сильным. Называй это убийством, если хочешь. Называй ещё чем-то. Это было приятно. Мне давно не было так хорошо. А может и никогда. Не, ну правильно говорит. А чё? Он же не говорит всех убивать, а только тех, кто хочет нас убить. Ты всегда говорила, что главное выжить. Быть сильным, быть смелым, без колебаний убивать тех, кто хочет убить нас. Ну так, ну да. Все правильно. Не отрицаю, тогда и должно быть. Убив Лили, мы ушли от опасности. Я себе, пацан болтает, как будто я не знаю. И мне это нравится. Видали, да, ему сколько? 8 лет, а он умнее, чем вы. Я не могу это слушать. Берешь и уходишь нахуй, в чем проблема? Не может слушать. Стоит, слушает и не может слушать. Берешь вот так вот и уходишь отсюда, и не слышишь ничего. Я не перестану, Клем. Я не дам людям, которые хотят нас обидеть, просто расхаживать. Я знаю, что этот мир жесток. Для нас и особенно для тебя. А убийство сегодня без них почти не обойтись. Нам пришлось убивать, пришлось разрешить тебе убивать. Но это не должно нравиться. Никогда. А, ему даже 5 лет. Хоу. Может, мне надо было говорить, что мне понравилось. Может, я не знаю, как правильно назвать то, что я почувствовал. Ты что, не рада, что Лили мертва? Ты же хотела, чтобы я ее убил. Неужели ты не рада? Не знаю, я рад. Все не так просто. Ему 6. Because? Такая разница-то, блин. Because? Потому что... Потому что... Да-да... Да вам все ответы хуйня какая-то. Я лучше промолчу. Ты не радовался, когда нажимал на курок? Ты злился. Я первый раз видел тебя таким злым. Ну, ты тупо токсик, короче. Ну, как и все дети, блядь. Токсичный, короче, ясно. Это вы и я. Я с вами разговариваю. Как нельзя себя вести в чате? А это модератор. Да заебал, отпусти пацана, сука. Ну чё, пёрни ещё для злости, давай. Блядь, что с ним? Кого нахуй происходит, я не понимаю. На нахуй. Ты просто не понимаешь, кто мы такие. Бунд. Я понимаю вас. Я видел таких, как вы. Их полно в мире. Я сам был один из вас. Вам известно только насилие, смерть. Он мог бы жить мирной жизнью, но... Ты как будто ему не даешь. Эй, Джей, я знаю, что... В это может быть сложно поверить, но послушай меня, больше никому не надо умирать. Ни людям, ни ходячим. Бля, дурачок. Благодаря этой философии я до сих пор человек. Ты сумасшедший какой-то, просто токсичный девочка.
Это просто рискованно, твои рассуждения слишком опасны в мире, где мы живем. Так никому не выжить. Разуй глаза, Джеймс. Мир не такой простой, каким ты любишь его представлять. Может, в жизни не убивают либо ты, либо тебя, но охренеть как не успел прочитать. Да короче, он душный какой-то, я не знаю, вообще, фу. Был бы стримером, его бы никто не смотрел, потому что, ну, душит, душит. Это нельзя, то нельзя. Ничего нельзя. Я сам выберусь. Ой, ну и вали, он обиделся, а не, ну вы видели, да? Это как стример, который, знаете, запрещает материться в чате. Сам не материться. Что? Ну, не понимает. Не так, как мы. Не так, как я. Я выдал. Разреши мне помочь, Клим. Поверь, что я пойму плохой... А, что... Я это делал только, чтобы спасти друзей, короче, вот. Пожалуйста, дай мне самому решать, когда это правильно. Бля, пацан, тебе всего лишь 6 лет, ты говоришь, как будто тебе уже 25-30. Ты заслужил это, ты не готов. Я выбираю первое. Но он прав! Really? Ты слишком быстро взрослеешь, Эй-Джей. И меня это пугает. Но ты видел и делал такое, чего никто в твоем возрасте не должен был. Но таков мир, ничего не поделать. Ты заслужил мое доверие. Если ты говоришь, что никогда не полюбишь убивать, я тебе верю. И он улыбается, бля, такой, убивать, убивать. Не полюблю, обещаю. Это как верить стримеру, который говорит, я никогда не продамся, ребят. Вот будет у меня смотреть 10 тысяч зрителей, не продамся. А потом, хей, ребята, Джой Казино. О, кто-то маску забыл. И что нам делать с этой маской? Кто? 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 Где? Ну кто здесь? Как они перешли реку? По бревну? Вы что, не видели, что ли? Внимательно надо быть. Алло. Мне интересно, куда он... А, робот был, да? Ну да, да. Ап-дап-дап-да, я. Он такой был красный. Простите. Эй-Джей ищет вашего одобрения превыше всего. Ажи. Аджи, короче. Вы укрепили его уверенность в себе. Вау. Бать, ну это просто, я не знаю. Универсальный солдат. Все чисто. Если берег в той стороне, то школа, наверное, там. О, нет, только не Шкила. Опять, что ли? Ежи. А ежи. Да, короче, ержан. А, Сим был третьим. А? Не понял. Когда ержан убил Марлона, вы уже знаете, что мы с Вайлот проголосовали за то, чтобы вы остались. А Сим отдал третий голос. Стоп. Тогда Амар проголосовал против, и Руби тоже? А, ну да. Почему бы ты об этом вспомнил? А Сим сказал, что вы умеете выживать. Он сразу понял, что с вами в школе будет безопаснее. Я проголосовал просто потому, что вы мне понравились, но его причина лучше. Я просто подумал, что вы должны знать. А Сим был прав. С вами было безопаснее.
Держи в курсе, братан, но можно мы уже пойдем? Ну, после всего, что случилось, я бы не сказала, что было безопаснее. Пожалуй, но если задуматься... Если бы Марлон все еще был главным, нас бы всех давно схватили и увезли. Вместо этого мы дали отпор, потому что ты нас научила этому. С Марлоном мы не были в безопасности. Мы просто прятались. Бля, пацан, ну не души, ну пойдем уже. Шу. Кто? Хай. Violet. Плюс секс. You made it. Вы выбрались. You're all alive. Вы все живы. Я не могла поверить, что ты погибла. Я должна была найти тебя. И ты нашла меня. Че, музыка такая какая-то пиратская на фоне играет, героическая. Да, они в порядке, они взяли телегу и отправились к школе. Но не факт, что дошли до школы. Мы спасены, Клем. Осталось только найти дорогу домой. Ну да, все так просто. Есть идея, где она? Тут рядом есть старый мост, придем его, а там уже и до школы рукой подать. Изи! Блин, я очко все время чем-то заляпано. Здрасте. Очко! Я как бы не шучу, у меня реально, ну, типа, заляпано очко. Чё они так смотрят друг на друга? Пока мы вас искали, я думала, что вас больше нет. И, о, чёрт. Шо? Ты расстроилась, я понимаю, да. Я пыталась представить себе, что буду делать, если вас не стало. И поняла, что была полнейшей дурой из-за меня целый сраный год. Я была так зациклена на том, что потеряю ее и Софи, что оттолкнула всех, кому была важна. Марлона, Броди, Луиса. Не слишком старалась, раз тебе было дело до меня? Чё? Да, было куда больше. Больше, чем я думала. Я все еще в шоке от того, что мы нашли друг друга, понимаешь? Да, я тоже. Чё по эмоциям? Jesus, все так изменилось. Мы школа, блядь, заебали уже. Сори, я просто не люблю всю эту душную, вот эту вот драматическую, типа драматическую хуйню. Надоели уже все это обсуждать, одно и то же, каждый эпизод. Ходят, блядь, как алды, знаете, эх, вот раньше было лучше. Эх. И хуй вкуснее был. Я просто слушала, что говорит Марлон, как это место станет домом настоящим. Ну, в принципе, о чем им еще говорить, правильно? Моя семья жила в трейлере. Типа, у них ничего не происходит, кроме вот этого. А ты где ты жила? Я жила в доме с мамой и папой. Вокруг забор. Еще был большой какой-то там, какое-то что-то. Какая часть дома тебе нравилась больше всего? Домик на дереве, да, там меня нашел вроде как Ли. У меня на заднем дворе был домик на дереве. Я забиралась туда сраться и играла часами. Эх, а помните, да, первый сезон? Я воображала, что это пиратский корабль, а я его капитан. Ну или это замок, а я в нем принцесса. Правда? И платье с рюшками... Да, но еще и с мечом, принцесса воинов. Мать драконов, мать его. Этот домик на дереве меня спас, когда все началось. Я там спряталась.
Она говорила, что не любила вроде в первой части. Знаешь, Эриксон все еще может стать домом. Эриксон? Че, бля? Работы будет дофига, но ты права. Оно того стоит. Знаешь, мы даже можем построить домик на дереве. И проводить там ночи. Эриксон, школа, классно. А я уже и забыл. После всего, что произошло, мне все еще не верится, да заебало, я понял тебя. Мы сражались за школу, защищали ее, надо считать ее своим домом. Особенно теперь, но не выходит. А знаешь, что проблема в этом долбанном названии? Эриксон. Хочешь придумать новое? Нужно выбрать крутое название. Так где, типа, траходром? Ну-ка, пусть она сама. А назови ее сама, твоя же идея. Давайте посмотрим, как назовет. Техас? Техас 2. Блядь. Я хочу помочь и отстроить ваш дом. Ну давай. Поможешь, Тен. Мы все поможем. Можем начать сразу, как вернемся. И до конца эпизода будем дом строить. Тупо дом 2, блин. Построй нашу любовь. А, ну давай. Деспасито 2. Ну типа Техас 2. Ну, собственно, логично, да. Хорошо, спешить не надо, только идти вперед. Сейчас провалится, да? Перейдите мост. Как будто это так сложно. Он вроде целый, вроде все в порядке. Ну давай. Ну и что ты встал-то, я не понимаю. А они за мной идут или просто наблюдают, как я иду вперед? Бля, что он так хрустит, я не понимаю. Шо? Не, ну частично, может быть, он как бы поломан, конечно. Оу. Дай угадай, она сейчас упадет. Упадет вниз, сломает себе что-нибудь и станет инвалидом. И нам надо будет ее спасать. Да, да, да. Не бойся, бури, кто? Что за хуйня? Чё, она все еще живая? Какого черта? Куда ты попёрся, дебил? Ага, ясно. Так, нам надо ее убить, правильно? Как это она вообще неубиваемая? Да, умираю. Наконец-то я иду туда, где всем хорошо. Я хочу, чтобы ты был там со мной. Ты... Ну давай, иди.
У тебя же вроде, ну, стрелы есть, как бы. Берешь, стреляешь. Че тупят, вообще не понимаю, зачем медлить? Берешь, убиваешь, она покусанная. Ебать, тупой, а? Они с ней еще пытаются говорить зачем-то. Зачем вы с ней разговариваете? Я не понимаю. Я успел нажать, это не помогло. Ну да, и зомби ее не кусают. Ага, конечно. Ё-моё, лагает-то как, а? Бесконечные стрелы, это прикольно, кстати. Чё сейчас было? Я типа нагнулся, вылезая на мне сразу в башню. Бам, нахуй. Нормально. Меткая бабёна, конечно. Вроде спрятался. То я дал? Не, ну вообще дал, он такой. По нему видно. Опять закрытыми глазами. Да блядь. А-а-а! Не могут справиться с бабой одной. А у тебя патронов нет. А другие стоят, смотрят, да? Ну как обычно. Ой, бля, она своей зараженной крови на меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, походу, я теперь зомби стану, да? Оу. I'm taking ten home. I'm going. Это реально бессмертная, вообще неубиваемая. А, ну теперь они решили ее покушать все-таки. Вы придурок. Прыгай, я заберу Тена. Как она прыгнет-то с такой ногой? Ну, давайте попробуем. Неплохо. Да брось ты этого придурка мелкого! Пацана надо убить! How could you do that? I had
AJ saved your life, Vi. You'd be dead if he hadn't taken that shot. You think that's okay? Just gunning down one of Бля, может тебя тоже застрелить, заебало визжать. Want to shoot him. He was my first real friend. But he was my Да, больше нет. So I had to decide. Clem said I could. Я должен был решить. Правильно. Он решил, все. Я считаю, он правильно сделал. Типа, наконец-то игра дает такую возможность, когда ты, знаешь, играешь в игру и думаешь, блять, вот тупой там, убейте его или отпустите. И это реально происходит. Его убили, как я и хотел, потому что он тупой, блять. Из-за него могли погибнуть другие. Пиздец, я все испортил, заебать, заебал играть на отъебись. Чувак, я тебя сейчас на отъебись также забаню. Хуйню в чате нести каждый может, причем тут я вообще. Не я управляю этим пацаном, во-первых, во-вторых, бан, блядь. Придурки. Ну это плюс бан, что это хуйню несет? Как будто я это нажимал. Пацан сам решил это сделать. В каком месте я играю на это ебись? Играю как играю. Лишь бы придраться к какой-нибудь херне. Да вообще это высрать. Так. Я нажимал. Придираешься и ноешь. Рыли. Где я ныл? Я сказал, что он все правильно сделал. Тебя, может быть, тоже в бан. Господи, надоели токсики в чате. Вроде каникулы, но все равно такие же токсичные. Вы же ноете как раз. Тех, кого я баню. Где логика у людей? Обвинять меня в том, что я ною, при этом сами ноют. Меня пока все устраивает. Ага. Ни хрена себе! Как? Ты можешь пацана так же закинешь, блин? Полетел, бля. Я камень-то не могу швырнуть, она целый топор кинула туда. Давай! Ну! Чё, блядь? Да не, она... Зомби её укусил в сапог, понимаете, немного. Там по-любому нет укуса. Да подождите, рано F писать. Он по-любому ее не укусил. Ну, как мне показалось. А, ногу придется отрубить. Ой, блядь. Ой, да ладно, серьезно. Клем. Ну, давай, руби. Слушайте, то руку, помните, этого Ли? Теперь здесь нога. Че, реально? А там, помните? А, блядь, а ему не помогло, кстати говоря. Когда ему руку-то отрубили. Ему не помогло, он все равно умер. Ой, бля, что с ногой? Ну и чё? Тьфу, блядь. Все-таки цапнул, гад. Ладно, руби. Меня укусили. Да ладно, серьезно что ли? Ну это какая-то, блин, банальная хрень. Я думал, ну ты серьезно что ли? Да как так? Типа,
просто повторяют конец первого сезона. Ну что вы думаете? Руби ногу, дурак. В смысле пошли? Как? Серьезно? Ну и чё? Как она тогда пойдёт-то вообще? Зато, может быть, останется живой. Причём тут это вообще? Ну ладно, пусть идёт укушенный, сдохнет через сутки. Зато мы знаем уже концовку изначально. Форвард. Ну хоть не форхед. Да. Ребят, этот смайлик сейчас не к месту. А люди ее укусили, она сдохнет. Что вы улыбаетесь-то? О, весело вам, да? Ясно. Мамочки. Ой, бля. Ясно. Чат, вы такие же жестокие, как этот. Ержан. Чему я вас научил? О. По-моему, ее уже глючить начало. И тут молчат. Когда гуляешь с другом, не знаешь, о чем поговорить. Я тебя люблю. Хватит об этом думать, Эй-Джей. Тут ничего не поделаешь. Ну, ждал уже же. Ага, спасибо за 100 рублей. Нам надо думать о том, как вернуться. Руби. Надо идти дальше. Лок! Конюшня Джеймса. По-любому там есть лекарство от укуса. Здесь безопасно. Ну да, безопасно, определенно, да. Зачем он переигрывает? Он дебил? Кто, я или кто? Кто переигрывает? Я первый раз играю в игру. Или в чем переигрываю? Могу забанить тебя, кстати. Дурачка такого. Кто? Эй, Джей, беги! Я сразу за тобой. Ну да, побежит она. Зачем первый сезон перепроходишь? Там уже новый эпизод. Ай-яй-яй, вот это шутишь ты, конечно. Да я нажимаю, алло! Чё села? Уснула, блядь. А зомби вместе с нами такие. А, ну пойдем. Даже внимания не обращают на нас. Мы первые. Знали бы, как мне сейчас приходится пальцами работать. Это я умею, это я могу. О! Да ёп! Ногой, оторви ногу и... И в руки эту хрень. Оба.
Можно было и ногой, кстати говоря, дверь закрыть. Пипец, он как этот. Как этой, как ее. Как это вилка Дамплс называется? Тупо пельмень насадил на вилку. Инсайд вилка, блядь. Вы же говорили, что тут безопасно, алло. Я только шаг сделал, она упала. Блин, вот это и хреново. Это я после стрима. Прикрой меня. Воу. Вот это он, конечно, может. Видали, какого мужика воспитали? Ой, за Ержана играем, нормально. Так. Так. Бля, даю. Слушай, тут все из дерева, ты серьезно? Ты правда думаешь, что это спасет? И че, мы так и будем тут сидеть? Ну стреляй, чоп села. Добрый. Вот это экшен, а? Ага. Да ёб твою мать. Да не со всех сторон, я тебе чё сделаю? Клем, стреляй в верёвку, ты попадёшь. Ага. Нож Клем, я ей нужен. Да и бы таблетки не помешали какие-нибудь. Вот что ей сейчас точно нужно. О, здорово, здорово, да, здорово. Да, да, здорово, здорово, здорово. На, бля. Зомбак поздоровался такой, братуха. У тебя в ухо. Ой, плохо выглядишь, Клементина. Когда косметика сошла с лица. Ну давай. Ебать. Ебать. Стоп, 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 стоп. У меня тут все это поломалось, минутку. А! Псевдонаси, спасибо тебе большое за 100 рублей. А может быть это он меня обижает, ворует у меня все. Так. У меня тут закрылась игра. Продолжаем. Она залагала, я тут ни при чем. Зомби ждет. Да блядь! Ладно, не ждет. Стой, подожди, стой! Нормально. Успел. Ну и долго я так буду делать. Так можно всех зомби поубивать. Займет, конечно, часа два, но в любом случае очистим весь мир от зомби. Колено, голова, колено, голова, колено, голова. Вилка инсайд? Что она сказала? Да здорово! Кью-кью-кью-кью-кью. Вот это разнообразие в геймплее, видали? Теперь Q надо нажимать не один раз, а 4 раза подряд.
Мне кажется, разработчики таким образом просто прикалываются. Кью-кью-кью-кью-кью. Ку-ку-ку-ку. Типа ку. Здорово. Шо-шо-шо. Молодец, Эйджи. Справился. Клементина, у тебя с глазами что-то. Тебе нужно выход найти отсюда. Можно залезть туда, там монстры нас не достанут. Пойдем, тут легко забраться. Давай. Как-то они быстро слили, согласитесь. Что-то, я думал, это, ну, в конце эпизода будет, а что-то она быстро решила помереть. Я понимаю, что бюджета у разработчиков не было. Ну как-то все резко, раз и все. Ты нужна мне. Не расстраивайся. Иногда такое случается. Но это не должно было случиться с тобой. Мой маленький растяпа. Я Элвин младший. Для меня ты всегда будешь растяпа. Ебать, она его еще унижает перед смертью. Эй, посмотри на меня. Эй, Джей. Пожалуйста. Ты растяпа. Ладно, все. Давайте, серьезно, поплачем немного. Ты такой лапочка. И как мне так повезло? Блин, это я и вы, ребят, в конце стрима. Прощаемся. Чпоньк. Попался. Попався. Пожалуйста, не надо сейчас дурачиться. Я согласен, я постараюсь. У тебя нос был грязный. Я просто хотел увидеть твою улыбку. В последний раз. Ты что такое говоришь? Пожалуйста, не надо. Я должна быть уверена, что ты помнишь. Что помнишь? Правила. Какое первое? Мы не ходим поодиночке. Так ты умрешь, с кем он будет ходить? Во, вот именно. Эй, Джей. Это же твое правило. Ты будешь один совсем недолго. Возвращайся в школу. Я не знаю как. Знаешь. Одна из первых вещей, которым я тебя учила. Тебе надо сделать так, чтобы они не смогли тебя учуять. Свеженький, сочный, ходящий только и ждет, чтобы ты ему вставил топор. И использовал его кишки. Бери топор. Ты знаешь, как с ним управляться. Да, грустно. А теперь меня, да? И улыбится. Ну, не знаю, блин, резко все произошло. Я даже не успел как-то привязаться, что ли. Следующее правило, что мы делаем, когда приходит... Кто? Эй, Джей! Стреляем им в голову. Еще патроны остались? Больше нет? Как нет? Ну ладно. И последнее правило. Я хочу остаться. С тобой. Я знаю, что будет. Но мне все равно, я не хочу уходить. Я просто хочу сесть тут с тобой и... Остаться. Как-то пара монстров на вокзале. Даже если нас потом убьют. Будем просто сидеть долго-долго. Пожалуйста. Прости, не получится. У меня для тебя задание.
Тебе нужно вернуться в свою комнату, спать в своей кровати, завести друзей и вырасти большим-большим. Ну ладно, это немного грустно. Больше меня, надеюсь. Мне нужно, чтобы ты жила, Эй-Джей, ради меня. Это твое задание. Хорошо, Клем. Это мое задание. Последнее правило. Что мы делаем, если меня укусят? Топором? Ты чё? Ты... Ладно, если пистолетом, но топором. Хочешь, чтобы я это сказала? Ну, это слишком жестко. Ты должен убить меня. Не дай мне стать одной из них. Будь хорошим мальчиком. Убей меня. No. Чё, реально убьет? Вот и все, ребят. Теперь и минус Клементина. Главный герой всей игры. Пиздец. И так рано? Мы только начали эпизод проходить. Что-то я максимально этого не ожидал. Ну и бред. А это кто? Так это... Ясно, сейчас глюки будут. Эй-Джей, я иду. Это, видимо, сон снится Эй-Джею. Ну или какие-то флешбеки. Ну, короче, ну вы поняли. Пожар. Что за бредятина? Третий сезон? Ну, нога у нее на месте. Бля, минус коняшка. Жалко, а? Коня жалко больше, чем Клементину. Ладно, я шучу. Конь. А? Теперь я и правда плачу, блядь. Что, придурок, делаешь-то? Ну убей ты его, а? Он там щелкает. Дурачок? Ему 3 года, его это, зовут Элвин младший. А. Это тебе за коня. Да за коня, гад, блядь. На. Где дети? Мне больно, господи боже. Как же больно. Ебать, когда у тебя температура 37.1. Убей меня. Убить? А у меня есть выбор, что ли? Сука. Ну ладно, умри. Как будто мне выбор дают. F.
блядь. Я хотел руки поднять, тут надо на кнопки нажимак. Нажимак. Как? Да просить! Там! Так, ты чё, мой подписчик? Что за там? Там детская. О! Да подожди, ты дурак, блядь, я очко свое протираю, дебилу кусок. Сука, дебил. Ну ё-моё, ну ты не видишь, я занят. Алло, блядь, они у меня постоянно грязные, я задолбался уже. Там, там. Где там, алло? Да ёп. Не, я уйду. Давай, пока. Сори, я не убийца. Я не убийца. Ненавижу вот эти вот флешбеки, сны, которые вообще не к месту добавляют. Тебе хочется узнать, что сейчас дальше-то будет с пацаном? С ней? Нет, херню вставили. Ходи тут, перди, теперь убивай. Непонятно кого и зачем. Ты прошел эпизод на 80%. Ну как-то, блядь... Не, ну я просто там слезы сдерживал, как бы я мог заплакать, конечно, это было грустно. Просто 4000 зрителей, знаете, сидеть плакать на такую аудиторию. Могу, могу. Но это все-таки не та игра. Не тот момент. Слишком все быстро произошло. Спасибо за донат. А-о, дети где-то тут. Тут плакал в видео после конца первого сезона. Так, там-то реально, типа, было грустно. А тут просто повторили то, что было в первом сезоне. Я это уже видел. Одно и то же, один в один. У разработчиков, походу, ну, не хватило фантазии просто. Чё там? А я знаю, что ты дрочишь. А ну, открывай. О. Сразу такой успокоился. Вот на Детройте ты конкретно разревелся. Ну, так там, блин, реально грустно было. Они же обнимались, вы видели? Там реально трогательная сцена была в конце. Нормально, в ящик посадили. Ержан! Ержан, блядь, салам алейкум, проснись. Заебал спать. Чуть закрикнул. Что со звуком? То громко, то тихо. Дырка. Да хватит нам эту дырку показывать. Что-то громко, я сам не понял. Мы не все тебя подальше отсюда, ладно? Прикол в том, что он сначала боялся убийства, а потом нет. Ну, наверное, я не знаю, что дальше. Ну да, логично.
Я не совсем понимаю, зачем вот это сейчас все показывать. Вот это вот. Ну и что дальше? Предыстория. Предыстория чего? Вот именно, да, хронометраж тянут. Да заебал кныкать уже. Фокус пропал. Да нет, все нормально. Давай ему еще там попу подотри, давай. Это тупо вы, когда вам сапку не подарили. А мне. Так, а теперь куда? Назад в Ричмонд идти нельзя. Там повсюду война. Надо... Идти? Да, нам нужно идти. Здесь нам нельзя оставаться. Тут опасно. Ну ничего, мы умеем выживать. А первое правило выживающих? Не ходим поодиночке. Поодиночке! Это типа он мелкий, поэтому, наверное, они специально с ошибкой написали, типа. Это он так сказал. Да, я с тобой. Эй, Джей. Поодиночке. Прости меня. Я так соскучилась, все будет хорошо. I'm so sorry for everything. I know where we'll go. We'll go find ourselves a new home together. And I'll never. Да мы поняли, поехали, ё-моё. Это трогательно, да. Он потрогал меня за руку. Теперь можем ехать? Концовка через 15-20 минут. Скиф, а ну-ка, не спойлери, бля. Ты черствый червяк. Да нет. Посмотрите, как я первый сезон проходил. Нифига. Или когда опять же Детройт. Я не такой, нет. Просто, ну, не цепляет меня это и все. В данном случае. Ты что, реально убил Клементину? Вот это, вот он червяк, ребят, черствый. Ебать, он еще и рыбу сейчас будет убивать. Не, мы реально с вами какого-то... Какого-то, я не знаю. Вырастили, блин, афериста, убийцу и просто живодера. Сейчас собаку рот закрою, шавка! Чего? Вот бы собаки умели говорить, она хорошая девочка. Здорово, что у меня есть собака. Фу, бля. Теперь я тебе нравлюсь? Да, yeah, like nah, нравлюсь. Like только не убивать собаку, ё-моё. Вот это реально будет грустно. Чья-то девочка? Нана! Бабах. Чё-то за звук был. Собака подавилась, походу. У, сука! Ладно, девочка. Пойду уберу копье. Сейчас вернусь, а рыба...
в желудке у собаки. Ага, нахуй, ты чё, зажрала мою еду? Он тут один? Живет, что ли? Я легенда начала. Ну, кстати, да, точно. Только там собака была немного другая. Уберите копье на место. Это куда? Вот много вариантов. В кабин? Нет. Ванна? Нет. Поставить копье. Че ты улыбаешься? Тебе Клементина умерла, алло. Ну, видимо, такой, ну, я говорю, червяк, как и я. Ой-ой-ой. Он еще и бухает. В смысле, там алкашка, как-то не полезно. Ты же даже не пробовал, ты попробуй, тебе понравится. That's a pretty good. Кровать неплохая вещь. Но алкашка еще лучше. Это место, место проклято. Cursed. Oh, that's scary. Это как страшилка уже получается. I think this place is good. Мне кажется, тут хорошо. Вообще классно. Такие приятные надписи на стенах. Блин, так классно тут. V plus M. Violet plus Minnie. She used to be their friend. Угу. Тут был секс. Он просто на позитиве. Мне кажется, он уже выпил все бутылки, они просто пустые стоят. Поэтому и позитивный такой. Надо рассказать Вилли, а то вдруг нам опять понадобится кто? Бомбы? Нормально. Выцарапай. Чем, пальцем что ли? Чё? Я думал, член нарисует. Ну как это обычно делают. Он просто взял, зацарапал сердечко. Становится все холоднее. Кстати, да. Сегодня аж снег выпал. Почти апрель. Небось, спать в этой штуке что-то там, короче, неприятно, походу. А чё надо-то ещё? Не понимаю. До сих пор не понимаю. Все еще не понимаю. Может быть, просто уйти уже от... Череп? Маска. Крутяк. Блять, в наше время вообще кто-нибудь говорит такое слово? Ну, использует его. Даже если ты ребенок. Крутя. Ни хрена себе. Бывает же такое. А? Блять. Да ты еще тупой, блять, что ли? Да ты ебанутый. Я ж нажал. Хорошая собака. Тебя нажимал вообще все это время. Зомби? Это этот, пердун, ой, шептун. А, это пацан, что ли? Ну давай второй раз его убьем. Never hesitate. Прости, Тен. I know. Знаю. Me too.
Он даже собак начал понимать. По-моему, она хочет сожрать этого Тена. Такой хвост. Тебя бац и субтитры. Чего? You're out of bed. You're walking. And you have wood arm legs. Трущины ноги из дерева, как у дедушки. Это костыли? Давай, Глатвалак, сначала нахуй. Я нашел твою кепку, ее унесло ниже по ручью. Я... А, ну давай. Только тебе кепка теперь мокрая, да? Как и весь чат. Че за хуйня? Как она выжила? Почему Ли тогда умер? Ее лучшие дни давно позади. Оставь себе. Бля, я был прав, только она не на коляске, но... Частично я угадал. Да. Come with me. I want to show you something. Угу. Не скажу, что это было предсказуемо, но... Как-то вот чувствовалось это. Что так и будет. Вот, ребят, зря рыдали, я как знал, поэтому я сдерживался. Это мне? Yep. Willy helped me put it together. Тупо колесо ему подарила. Come on, let me push you. Сейчас бац просыпается, а это все сон, короче. Ержан. Ержан заебал спать. На самом деле проснется весь в говне, короче, один с собакой в итоге, который его и сожрет потом. От голода. This is fun. Класс, сегодня хороший день. Та улыбка делает любой день лучше. Ребята, еда готова. Кому порцию? Кто-нибудь жрать хочет? Клэм, ты лучше всех. Остыди, Дже. Жрать пора. Ну все, ребята, идите, кушайте. Я только не знаю, что они там наготовили. Может, ногу клементины сварили. Уже идем. Суп с курицей, бля. Ой, бля. Теннисси. Боже, что там за говно в ложке было? Ном-ном-ном-ном-ном. Что у них с лицами вообще? Собаку-то, блядь, накормите. Да, нахуй, тупо говно жрут. Нормально. Сейчас еще друг друга дерьмом закидают. Ну, чат братишкина, короче. Говном кидаются и смеются, бля. Да. Когда попробовал Дамплс. Да. Давай посмейтесь. Да нет, он на нее смотрит, как на дурочку какую-то. Блять, отличный конец вообще. Это тупо я на стриме. Гадза. Может, еще кто-нибудь рыгнет? Интересно, он без языка может такие звуки издавать? Что ты мне там, блядь, бумажку даешь? У меня вообще-то девка есть.
Там билет в театр или что? Идиот. Кто? Идиот? Так как она выжила-то? Чё за бред? Yeah, that's the spot. Вот, это здесь. А Сим говорит, что видел 15 человек прямо за старой безопасной зоной. Можно попросить тебя сходить? Ты командуешь. Нужно выяснить, как, кто, точнее, они там. Вдруг они захотят обвиняться чем-то. Держи дистанцию, пока не узнаешь наверняка. Я понял, что он ногу отрубил, но типа, это же не помогло тогда. Я понял, блядь, что ногу отрубил. Алло, я это вижу. В этом-то и вопрос. Сейчас самое время пообещать, что не будешь делать глупостей. Нам когда-нибудь секс уже покажут, что они только в щечку-то целуются. Пора уже переходить, ну, чуть ниже. Ты как? Я просто устал. Пройди со мной немного. Ну давай. Блонди парень или девка? Это девка. Упс. Катя. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere. And if we ever had to run. А если бы нам пришлось убегать? Сейчас, может быть, и расскажет? Было бы жестко. По крайней мере, она хорошо стреляет, лучше так, чем с чем стать монстром или умереть, даже это. Вот это все. Оно того стоило. Ты все время спрашивал, найдем ли мы дом. И все, что я могла сказать, это посмотрим. И каждый раз у тебя было такое лицо. Вот такое вот. Лучше уж так, чем говорить «да», знаешь, что врешь. Так я себя и успокаивала. Но знаешь, что еще я тебе не сказала? У меня никогда не было плана. Я понятия не имела, куда мы идем. Я ничего не знала. Просто боролась. Чтобы ты решил, будто так задумано. Надеялась, мы найдем что-нибудь раньше, чем ты догадаешься. Ты дома, солнышко. Ну как получилось? Типа, поняли, да? Варианты ответов — это его мысли, а не то, что он прям скажет. Но мы справились. Да ладно. А вдруг еще кто-то не понял? В конюшне ты меня не послушал. Послушал бы, и мне конец. Ой, я предугадал ее ответ. Тогда в пещере я поверила тебе и оказалась права. Ты умеешь принимать трудные решения, когда я теряюсь. Тебе придется быть сильным за нас обоих. Понятно, тупая девка, блядь. Мужика теперь еще больше напрягла. Ну, я тупая девка, давай-ка ты теперь за нас обоих решаешь, потому что у меня мозгов нет. Думай за нас, короче. Пожалуйста, за все. Ты дебил, дурак. Ну, она сама так сказала, ну. Шо?
Все? Ну давай, грузись. Да что он так грузит-то упорно? О, это еще не конец. Собак так забавно ходит. Шлеп, 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 шлеп. Чё, блядь? Это типа Это такие титры, что ли? Пацана, походу, галлюцинации. Так. Угу. Чё тут написано? Steel... Not... Beaten Team? Что? Наоборот. The Walking Dead. Skybound. Так как в смысле Skybound? А Telltale Games тут будет? Они же все-таки это все начинали делать. Что за бред вообще? Сейчас заходим в комнату, а там Telltale Games где-нибудь в гробу так написано. RIP. Okay, okay. In you go. Просто в смысле их даже не упомянут тут. То есть серьезно? Ну, череп это, наверное, и есть Telltale Games. Интересно, кем ты был? Да, дурачком по-любому. Когда закончите, положите кепку Клементину в окна. Чё? А если я это не сделаю? Давайте с собачкой попрощаемся. А, блядь! Ты чё? Что это? Подожди. Что это за... Что это? Это... Что это вообще такое? Питбуль. Что это? Грипп или что? Взглянуть на диско брокколи? Что-то какие-то... Укушенные брокколи, походу, зомби. Пу. Не. Не. Так. Тебе надо взять резинку и удалить ногу, чтобы картинка была полной. Ой, да задолбал ты уже. Ну чё, все, кладем кепочку, да заканчиваем, да. F. Чё, пресс F, да? Окей. Пресс F. Все, ребята, я кончил. Да не вовремя, псина. Ну, мы тут заканчиваем. Спасибо за крутецкий шрифт. Ну вот и все.
Нет больше The Walking Dead. Ну, шо, все, ребят, прошли The Walking Dead. Даже не знаю, что и сказать. Ну, такое, знаете, какое-то вот, какое-то такое. Какое-то вот, какое-то... В принципе-то неплохая концовка была. Как бы... Да нормально. Не шедевр, конечно, не круто. Not bad, как говорится. Видно, что, конечно, торопились закончить с игрой, поэтому многое не показали, не рассказали. Решили просто поскорее уже закрыть проект и все. Ну, нормально, чё. Ой, ясно. Это мы и так уже видели. Просто видите, ну как бы, блин. Этот сезон просто не вызвал те эмоции, которые вызывал первый сезон в конце. Вот за это немного обидно. Они могли это сделать. Но опять же, из-за того, что поторопились, конечно, как-то... Не очень. Ну ладно. Как бы последний эпизод неплохой. Предыдущие были дерьмом. Вот, а так... Ну я дал бы где-то 7 из 10, да. Вот, 7 это прям я прям много как-то даже. Так уж и быть. Просто из-за первого и второго сезона даю 7. Потому что больше мы не увидим уже это. Никогда. Хотя, может быть... Мне кажется, все равно когда-нибудь выйдет продолжение. Кто-нибудь другой возьмет на себя ответственность и сделает продолжение. Какие-нибудь другие разработчики. Ну, типа, я хз. Учитывая, что у них там до сих пор какие-то проблемы, они с кем-то там воюют, от кого-то прячутся. Получается, как бы продолжение, оно возможно, в принципе. Но вряд ли оно будет, учитывая, что как бы они типа попрощались, да, типа спасибо за игру и все такое. Ну ладно, все, давайте выходим. Шу. Чё? Ты сабов в друзья добавляй.